Всем привет! Это ночное выживание на моем канале. Сегодня будем выживать. Итак, мы проходим темную котельную. Но нам это не страшно. Ведь мы идем по темному переулку. А здесь не так уж страшно. Нужно найти более страшное место. Детская площадка. Ух, блин. Да. Детская площадка. Это качели, которая сама кончается. Ой, качается. Ну да. Когда ты на нее смотришь, она такая. Ладно. Пойдемте-ка в другое место. О, а прикольные вещи. Ой, блин. Смотри, на него. Ну, вроде бы здесь ничего нет. Ну, здесь нет ничего странного. Это ведь такой город. Ой. А странно то, что это моя камера стала мутной. Так, блин, как светло. Нужно в темное место. Так, здесь какие-то дети. Ну, нам это не мешает. Ведь мы сейчас попробуем найти темный переулок. И сейчас будем искать. Да, ребята, не удивляйтесь, если качели будут сами... И те колючки втыкаться в ноги, это абсолютно не страшно. И даже если какое-то ненормальное существо на нас выскочит, запомните, у нас есть ноги, мы можем вот с такой огроменной скоростью добежать. Вот прям до сюда. Так, пока лучше я найду темный переулок. Так, какое-то темное дерево, но не совсем темно. А так сейчас покажу. О, ямка. Ладно, пройдем ее. О, мы попали туда, куда хотели. Так, это... Ого, монстрики какие-то. О, я вижу силуэт. О, блин. Что за дичь? Так запомните, если на нас кто-то выпрыгнет, например, вот такой вот монстр, который вон там вот убежал, который от нас, или какой-то... Ненормальный чел спустится по этой палке. Или какая-то музыка заиграет, не удивляйтесь. Это же мир. Здесь нечему удивляться. Если вы даже провалитесь туда, запомните, у вас есть лестница. А если ее нет, то вот вам даже замажу. Вот. Ладно, вы поняли. Дом мужского пола с палочками. Тут можно бесплатно котов заказать. Но все равно недостаточно темно. О, детский садик. Ну ладно, я туда не хочу. Ведь потому что там конкретно вот... Ребята, я вспомнил тот самый темный переулок, по которому ночью лучше не проходить. Но мы попробуем пройти его. Ребята, нам, блин, не страшно. Ведь страшилки... Ох, блин, ты смотри, это надо замазать. Смотри, а что здесь творится? Ладно, нечему удивляться. Лучше пойдем прямо дальше. Запомни, здесь очень много темных мест. Их так много, что их ты не можешь заметить. Ведь потому что везде бродят самые черные люди в мире. Это если что, не люди, а... Короче, не знаю, что... Ну, силуэты убийцы. Короче, ладно. Ай, блин, чуть не упал. И не удивляйтесь, если упаду. Да, я вам сказал. Еще здесь едут многие люди. Так. А сейчас мы уже почти приехали. Ой, пришли. А сейчас попробуем разогнаться. О. О, добежали. Оттуда вода сюда. Блин. Понимаю. Ох. Не удивляйтесь, если мы провалимся в бэкрумс. Знаете, как теперь будете попадать. Опа. А я тем временем нашел темный переулок. Очень темный. Страшный. Бу! Испугались? А я вот нет. Ого. Тут так темно. Нужно какой-нибудь... Фингстинг палку найти.
Фластинг. О, я, кажется, нашел переменение. А переведение. Но переведения не существует. Поэтому... Ой, извиняюсь. Поэтому будем отгонять собак. Так что не бойтесь. Если собачка нападет на нас. Так, а я вижу что-то там спереди. Так. Please stop for punctuation. Ой. Чьи-то закопанные руки. Ну ладно, нам это не страшно. Нам сейчас главное дойти до другого места и перейти к более темному переулку. Так. О, что-то черное. А, ладно. Так. Ого, так темно. А вот и все. А вы боялись. Вот же вы трусы. Боялись темноты. Так, ребята, мы выбрались отсюда, а теперь пошлите прыгнем в ворых в эту канавочку наших. И оба. Ого, подвал. Нормально таки. А там можно своих, короче, друзей хранить. Ну, не рекомендую, потом а то обидятся на вас. И вам букву К поставят в журнал для двоечек. А мы пошли, пожалуй, пойдем. И, кстати, эта музыка сзади вас играет, чтобы вас взбодрить. Если кто женится, врубайте это видео. Потому что дальше будет все класснее и класснее. И смешнее ходить, бродить по этим черным переулкам. Мы пошли. Идем. По черненькой тропинке. О, чертовая лестница. Можно по ней скатиться. Сейчас ляжем. Ура! Ура! Ух, блин. Скатились так. Нормально. А теперь идем в самое страшное переулочное место для вас. Ну, для меня самое смешное, конечно. Там можно друзей напугать. Ну, чтобы они того. Короче, ну вы поняли. Фу, здесь алкашами, алкоголем воняет. Я не понял, почему это место освещено? Пошлите, ладно, отсюда. Вдруг здесь какой-то негодяй будет. Так. Ой, я силуэт вижу. Блин. Да не везде. Да ёшкин кот. Тупик. Обратно. Блин. Please stop full punctuation. Ох, блин, что это такое там горит? Ох, ёшкин кот. Неужели дымовуха какая-то? Ух ты, такое, блин. Господи, кто это кинул туда? Ты чёрт. Так, давайте всех монстров дразнить. Вот такими способами. О! Ништяк. А мы как раз-таки добрались до того самого места, до которого мы хотели идти. Вот оно. Впереди будет черно. А мы побежали. Мы побежали. Точнее, пошли. Ой. Так. Такое ощущение, как будто я в закулисье каком-то. Так, прячем номерки. Идем с этой стороны. Так, ой, блин, я чуть башкой, ну, не, головой не ударился. А, блин, испугались. Ладно, хорошо, так, фонарь врублен. А теперь идемте. Конечно, тут длинное темное место. Ну вот и все, вот самое... Ух, блин, тут еще один человек. Здесь такое смешное место. Ох, господи, особенно вон там. Тут так темно. Так, ладно, давайте дальше. Идемте дальше. Ого! Все, спускаемся, бежим! Бежим! О, слушайте, может быть, мне улицу с петухами пройти? Где одни петухи и индюки бродят. Не, плохая идея. Все равно скучно будет, не смешно. А мы, пожалуй, скатимся отсюда. Уи! Блин. О, ребята,
Я попал в то место из Гарри Смуда. Точнее, я попал в закулисье. Да не бойтесь вы. О, вот так ничего. А вот так Украина. Так. Так. А мы, пожалуй, пойдем на другой уровень закулисья. Мы поворачиваемся и... Опа! Повернулись на другой уровень закулисья. А, ой, все. А теперь просто валим. Ой, вот тебе закулисье. Хе. Так, ладно, уходим из этого закулисья. Я потому что знаю, как выйти из закулисья. Так, представляем компьютер и валим отсюда. Все, мы выбрались из закулисья. Щелчок, пах! Так, ой, блин! Ой, ударился об это. Ой, сейчас возьмем. Так, правильно нагинаться вот так. Вот так. Закрываем все. Ай, ой, блин, испугался. Испугался своей руки. О, такая страшная. Не, смешная. Ладно. Ой, в туалет хочется. А я знаю, куда сходить. Так. Please stop full punctuation. Мы идем по темному переулку. О, палочка. Так, что это за темное? О, господи. Такую смешную темную вещь. О, хаги-ваги из листьев. Эх, футбольное поле. Так. Ой, а мы провалимся. О, темный переулок. Так. Ого. Щиток. Ой, проводок. Хоп. А это заводик. Ну, мы идем. Трансформатор, блин. Ох. Что-то везде так темно. О, лестница. Пройдем-ка сквозь нее. Вот так и спокойно. Мы прошли. Ай, блин, как же бесит. Бесит. Блин. Почему смех? Ох, блин. Кажись, он там будет более смешней. О, какое черное место. Ох, блин. Ой-ой. Так. Настолько черное место. А мне нравится. Идем. Идемте по этому черному месту. Так.